Иван Петрович, вы Белкина вызывали, он мне... Белкин, бросай все и вместе с бригадой дуй на строительство химзавода. Объект пусковой, а там делай проворот. Вы, ребята, ответственные, на вас вся надежда. Здорово, Белкин. Тут насчет вас уже из управления звонили. Понимаете, какое дело? В тресте скорректировали план. Теперь наш объект уже менее пусковой. Теперь в первую очередь надо сдать новый кинотеатр. Срочно поезжайте туда, ребята. Там вы нужнее. Там вы позарез. Неплохо. А вот и первые строители. Ну, какие же это строители? Это маляры, отделочники. Здесь по срокам как раз отделочные работы. А, видите ли, товарищи, так как в проект внесены некоторые конструктивные изменения, это потребовало работы с чертежами, и поэтому... Поэтому, чтобы не терять времени зря, гоните-ка на строительство животноводческого комплекса. Это же далеко. Ничего, они ребята проворные. Остановитесь! Вы из какого общества? Из никакого. Отделочники мы из строительного управления. А спортом? Где занимаетесь? Спортом? Нигде. Фантастика. Я потрясен. Вам же без этого надо в гонках участвовать. Вы будете чемпионами. Беру на всех свою команду. Да нет. Почему? У вас же любители. А мы за свои гонки зарплату получаем. И премия бывает.